Унтерштурмфюрер, какой-то инвалид на костылях пытался пройти через мой пост. С ним был мальчик со скрипкой. Унтерштурмфюрер, они пытались и через мой пост пройти. И через мой тоже. Звучит не так, как в костеле. Не та акустика. Zugińskiego. Był taki kompozytor. Dawno był. On должен był jechać z Polski. I jemu oczym ciężko było w cudzym kraju. Napisał toj polonez, pełen żalu po ojczyźnie. A można na skrzypki popróbuję? Tylko wy jeszcze raz zagrajcie. Оригинал поляк-франек. Вместо похоронного марша играет полонез. Да, майор Кунц. Василек! Василек! Дядя Фрэнк!